С первых минут матча Ислачни по-гостевому дерзко и нагло стала атаковать ворота хозяек поля. Вобручанка находила в себе лишь силы изредка огрызаться. Стартовый навал футболисток из Минского района дал свои плоды. В первом тайме 4 безответных мяча залетели в ворота нашей команды. Вторая половина встречи прошла также под аккомпанемент атак Ислачи. Гости отличились еще 3 раза, но Бобручанка сподобилась только на гол престижа. Как итог, счет 1-7 в пользу волчиц, которые и вышли в финал Кубка Беларуси. Учитывая поражение в первом матче 3-0, то есть сегодня команда билась, но мы по объективным причинам были ослаблены, и поэтому счет на табло. После проигранного полуфинала Бобручанка полностью сконцентрировалась на чемпионате страны. На данный момент команда располагается на 5-й строчке в турнирной таблице. Впереди еще есть время, чтобы подняться выше. Будем на это надеяться. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.